Ребятки, с вами Дана, и это опоздавший Новый год. То есть в этом видео я вам покажу мои подарки, в которых видео не смогла снять по многим причинам. Сегодня я передаю привет моей сестре, так сказать, моя любимая сестренка Настя Рощина. Настя, я тебе передаю привет. Удачи тебе во всем. Ну что ж, а пока я тут со всеми вещами разбираюсь, ты должен подписаться на мой канал, это такая кнопочка снизу, и поставить под этим видео лайк. Ну что ж, а мы продолжаем. Мне подарили на Новый год вот такую вот сумочку, косметичку. Она очень офигенная, правда. Она такая классная, мне она очень понравилась. Не знаю, что еще дальше сказать. В общем, это все мои подарки из Москвы или из Костромы, я точно не знаю, вроде как бы из Москвы. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Открываем наше чудо-творение, правда, этим я уже все пользуюсь. Так, у нас вот такая вот резиночка идет. Такая вот прикольная красная резинка, она мне очень нравится, правда, она очень толстая, и мне не нравится толстая резинка. Я ненавижу толстые резинки. Ладно, но такая резинка обычно сойдет по дому. Дальше у нас идет дальше идут ободки. Вот это мне нравится. Есть еще вот такой вот красивый. Короче, мои слова путаются. Вот, такой вот. Ты че вообще офигела? Вот такой вот бантик. Вот он такой розовый, красивенький. И тут еще идет такой же ободок, только серебристый. Ты че, все ободки-то от меня убегают? Блестящий. Так сказать, блестящий. Тоже прикольно, мне тоже нравится. Пишите мне в комментарии, какой ободок вам больше нравится и какой мне больше нравится. И это мусор. Почему здесь один мусор, господи? Реально один мусор. Так, у нас идут вот такие вот пресные духи. Они стоят очень дорого. В Костроме они стоят очень дорого. Особенно в Москве они стоят очень дорого. У меня была упаковочка, но мама меня не забрала. Я обожаю. Он пахнет, честно сказать. Он пахнет как жвачка. Он реально пахнет как жвачка. Правда, там мало осталось. Блин, да. Итак, следующее у нас что идет? Что у нас дальше идет? Такие вот бусики. Да что, везде волосы-то лезут. Блин, вот такие вот бусы. Они очень прикольные. Я сняла этот ужас и разлохматила всю прическу, которую я готовила целых полчаса. И к ней еще идет такой браслет. Тоже браслет. Если поменьше. Мама дорогая, очуметь, а! Вот это реально заколки. Я такие просто, не издевайтесь, леопардовые заколки. И в них ходить на улицу. Вы издеваетесь? Реально? Капец, слушайте, а! Вообще нереально. Да, дальше я не пришла. Вот такие прелестные заколки. Такие заколки я хотела как раз моей сестре Насте подарить. Но как-то не сложилось. Вот. Они просто красные, они просто жёлтые. Они переливаются. Я смотрю на тебя. Это реально круто. Они такие блестящие. Как это она. Я даже вам сейчас покажу заколки, как они на мне. Если мне не понравится, то как-то
не отрисовывай, это вас ждет сюрприз. Не пропустите это момент. Итак, следующее у нас идет вот такой тоже. Мне таких три штуки попалось, ну, разных таких ожерелья, как их. Забыла, как называть, короче. Вот, и такие же браслетики. Вот такой. Как, знаете, как кристалли. Обычно ничего не есть. А еще у меня есть. Где тут так? Короче. У меня не видно. Короче, вот такой вот бусы. Вот такой. Такие вот бусы. Точно бусы. А мы погнали дальше. У нас идет прекрасный знаком. Просто их обожаю, мне так нравится. Они такие клевые. Кстати, вы заметили на моей руке вот такой браслет. Это не мой, на самом деле, это не мой. Всякие колечки тут. Блин, капец, как мне нравится этот браслет, вы не поверите. Итак, приступим к нашему видео. Вот такие заколки. Они, правда, еще не распакованные, но они, блин, такие офигенные. Они реально порваны. Ну, порвались, я как-то. Тут надо их на клей пистолет приклеивать, я думаю. А он тут, например, клей. В общем, вот такие вот. Офигенные, нет, реально, они просто классные. Сейчас мне даже страшно их делать. Эх, просто, честно сказать, обожаю. Ой, мне еще бантика нравится. Вот. Напишите мне в комментарии, нравится ли вам. Галина, чем все отвалятся. Ну что ж, у нас все. У меня там еще выходит. Показывает уже. Итак, я вам показала всю сумочку, вот она внутри. Вот так. Она такая офигенная, блин, капец, реально. Итак, теперь мы это все должны положить аккуратно в косметичку. Капец, так сначала. Да блин, чё везде волос-то бегает? А, ну, Итак, мы аккуратно все сложили. Блин, какие удары какие-то. И первый подарок закрыт. Следующий подарок. Это моё любимое, как я тоже. Это вот такие вот варежки. Такие теплые, просто вот прям вообще, Вася, офигенно просто, слушайте. Так, вот. Вот я не понимаю, вот откуда берутся волосы. Как некоторые задаются вопросом. Откуда? Откуда берутся родители и дети? Блин, зачем мне это сказать? Короче, вот такие вот варежки, они просто офигенные. Мне так нравятся, они мягкие, вот когда у нас недавно вчера было минус 30 на улице. Знаете, как холодно, я ходила в магазин, в них я даже не замерзла. Реально, я просто не замерзла. У нас идет на очереди, я. У нас идет шар. Не надо идти. Короче, тут. Это с магазина Austin. Капец.
Вот такой большой шапочки. Он очень длинный. Ну как длинный? На всю мою руку. Вот. Как бы. Ну, видно вам нет, но он большой. Короче, я вам сейчас его покажу. Он такой же. Вот. Я его на его длину покажу. Вот. Вот, идет, идет. И заканчивается. Итак, мы его складываем. Блин, реально, я хочу быть веселой на видео. Не знаю, как вам, но я хочу быть веселой. Я вот видела вот эту девочку, у которой где-то видео 16, и они, так сказать, не очень интересны, но у нее на канале 11 тысяч подписчиков. Это нереально. Она снимала с... Поднимаем руки, сложили. Все сюда. И у нас идет... О, Господи, что свои речи. У меня еще была шапка к ней. Я ее куда-то положила. Тебе, чтобы спросить, мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне, ты мне. Предсказание на цветах. Это реальная штука. Она, ну, не штука, а вот предсказание. А не знаю, а просто он. Я уже удивляюсь, я уже заикаюсь. Короче, так сказать. Это предсказывает по-настоящему. Реально по-настоящему. Я сейчас вам даже достану и покажу. Вот. Вот тут есть цветы, которые обозначают это все. Вот все цветы, которые существуют на Земле. Роза красная. Красная роза настоящая. Ну, это, конечно же, все знают. Сейчас вам покажу сам. Тюльпан черный. Вставай. Смотри. Какой умный. Тут, наверное, большой. Это тюльпан черный. Я даже сама не знала, что тюльпан может быть черный. Ну, Господи, как он красиво сидит. Вот так вот. Я иногда не могу. Итак, короче, вот так. Тут есть гадание на языке цветов, гадание райский сад, гадание цветочная картинка и гадание букет. Ну, в общем, как он правильно гадает. И вот наши карточки, их вроде всего 16. Да, их всего 16. Вот, короче, вот так. О, моя рука. Вот, тут всякие цветы вот эти все. Ну, может, если вы меня, попросите либо в комментарии, либо в группе, напишите мне, сделай такое видео, как мне это подсказывать. Вот. Или если под этим видео наберется хотя бы 15 лайков, или там 10, то я обязательно сниму на это видео. Вот. Это был последний подарок. Мое видео закончилось. И да, я обещала в конце сюрприз. Так, мне сегодня, как бы, сегодня я хочу снять еще одно видео про чехлы из силикона. Я нашла дома чехлы. Я нашла дома силикон. Вот. И в следующем видео я вам покажу, как делать чехол на маленький, наверное, маленький телефон. Короче говоря, я вам покажу в следующем видео, как... Я сказала, голова вот. Я вам в следующем видео покажу, как... сделать чехол на телефон бесплатно. Ну, почти бесплатно. Нам понадобится для этого два ингредиента. Надеюсь, если не если я его до сих пор короче, силикон дома, то я, конечно же, сниму на это видео. Обязательно сниму. Ну что ж, на этом мое видео закончилось. Если тебе оно понравилось, то поставь лайк. Подпишись на мой канал, это такая красная кнопочка внизу, там внизу. И лайк — это такой палец вверх, чтобы ты его на него нажал.
Я буду очень рада, правда, я... как бы я очень буду рада, если ты поставишь лайк и подпишешься на мой канал. У нас уже реально либо 20 подписчиков, либо 21. Я реально в шоке. Я первый раз набрала такое количество подписчиков. И, короче говоря, если нас будет 100, то я устрою фан-встречу. И если вы уже приедете, сможете приехать в Костромы, я встречусь с вами. Замечательно, просто погуляем. Я сниму видео фан-встречу. И все попадете на мое видео, кто придет на мою фан-встречу. Я буду очень рада, реально. Так что скорее подписывайся на мой канал, ставь лайки и всем пока-пока. И как мой символ канала, так сказать, почти символ канала, я очень подумала, может мой символ канала будет медведь. Указан у меня там на смысле. Но у него порвалась лапа и не порвалась. Потому что у меня реально не скоро было возможно. В общем, я его зашью и, естественно, вам его покажу. Вот. И моя фраза любимая. Всем удачи. Всем пока-пока.